Здравствуйте! В прямом эфире шоу «Удачный час». В этот час вы зарабатываете деньги, не выходя из собственного дома. Мое первое задание уже на экране. И предлагаю вам прочитать слово по принципу «змейка», чтобы заработать 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей – это мое первое предложение этим воскресным днем. И мне кажется, что предложение замечательное. Я очень хочу, чтобы вы им воспользовались. И воспользовались побыстрее. Задание первое, задание разминочное, так что справиться с ним нужно действительно быстро. Нужно прочитать слово, шагая по принципу «змейка», по этим желтым линиям, которые, я надеюсь, вам хорошо видны на экране. И перемещаться вам нужно по вертикали, вверх-вниз, по горизонтали, влево-вправо. Ну, вот, собственно, и все. Других линий вам не дано, другие направления выдумывать, чертить, изобретать не надо. Только по вертикальным и горизонтальным линиям перемещаясь, вы, проходя от буквы к букве, получите слог за слогом. И так все слово целиком удастся вам прочитать. А уже это слово я хочу услышать в прямом эфире. Определитесь с тем, где вы находитесь, потому что если вы в России, то с мобильного телефона вам нужно позвонить по номеру 0948. Если вы в Армении, то вам нужно звонить по номеру 09070-01. Ну а если вы в какой-то другой стране мира, то номер для вас таков. Плюс 8, сейчас он появится, плюс 8-821-610-12-99. В общем-то, учить номера наизусть не надо, вы это по мне видите. Они на протяжении всей программы в нижнем левом углу экрана будут, так что эта информация и для вас. И для меня, в общем, будем ее использовать. Я вам буду эти номера повторять, ну а вы, определившись с географией своего местоположения, набирайте тот или иной номер. Для России номер отдельный, для Армении отдельный, для других стран свой номер. Так, 8 тысяч рублей. Пока вручить мне некому, но они уже предложены, и оттого мне бы очень не хотелось надолго их здесь задерживать. Мне очень хочется уже вручить кому-то эти деньги за слово, которое у меня лично связано с уютом, ну, ассоциируется так, с уютом, с домом. Я уверена, что у вас дома слово это тоже есть. Я не сомневаюсь в том, что это слово входит в ваш лексикон, то есть вы с ним знакомы, вы его в речи своей используете, ну и, соответственно, используете то, что это слово обозначает. Но что это за слово? Вам нужно назвать, и назвать побыстрее. Назвать в прямом эфире, не дожидаясь чужого ответа. Не забывайте, из любой точки мира сюда может позвонить ваш конкурент. Так что ни в коем случае не дайте ему себя опередить, а сделайте так, чтобы вы стали первым, вы стали победителем, вы стали богаче на 8 тысяч рублей. Действуйте. Действуйте прямо сейчас, не нужно сидеть сложа руки, не нужно думать о чем-то постороннем, мечтать об этих деньгах, чтобы они упали с неба. Нет, такого не будет, нужно заняться делом. И вот дело сейчас – это выбрать какую-то букву в роли первой и начать перемещаться вверх-вниз, влево-вправо. Ну что ж, начинайте перемещаться от буквы к букве, шаг за шагом. У вас все обязательно получится. Итак, поверьте в себя и покажите, на что вы способны. Покажите себя лидером, покажите себя чемпионом. Расскажите мне, что вам уже удалось увидеть. Ведь, чтобы справиться с этим заданием, по сути, не надо обладать особыми какими-то знаниями. Это слово известно даже детям, так что в нем нет ничего сложного. Чтобы его увидеть, надо внимательно посмотреть на эти буквы, на эти линии и суметь разглядеть то, что там уже есть, то есть то, что уже составлено. Вам это действие совершать не нужно, составление здесь не поможет, а вот поиск, чтение – это самое то, что нужно сделать, что нужно выполнить и блестяще с этим разобраться. Итак, от буквы к букве, вверх-вниз, влево-вправо перемещайтесь. Вы сумеете прочитать победный вариант. Я не сомневаюсь, что вы сумеете справиться с этой головоломкой, но нужно вам постараться. Нужно какое-то время, естественно, на это задание потратить, потому что так вот просто слово не откроется. Оно все-таки запутано, по принципу змейка написано, а этот принцип для нас непривычный, потому что обычно мы читаем совершенно другим способом. Мы читаем вот так, слева направо. Именно так привычно написано само задание, такая формулировка. Найдите слово, двигаясь змейкой. Вот этим и займитесь. Займитесь поиском слова по принципу змейка. Старайтесь, старайтесь. Я понимаю, что задание сложное, и вот с выбором первой буквы уже целый ряд вопросов, целый ряд проблем. Но букв 9. Первой может быть любая из них, поэтому проверяйте каждую.
Пожалуй, вот буква «ы» не может быть первой, хотя даже слово «ыр» здесь читается. Существующее. Но оно не победное. Вот вам, пожалуйста, подсказка. Так что найдите какой-то другой вариант, вот не от буквы «ы», а от какой-то другой из восьми оставшихся. Замечу еще один нюанс, то что здесь две буквы «о». Значит, в вашем слове может быть две буквы «о», потому что сначала вы можете использовать одну, потом другую, и все это по линиям. Главное, что нельзя использовать одну и ту же по кругу. Это касается и букв «о», и единичных, одиночных букв. Проще говоря, не закольцовывайте. Вот так звучит эта особенность. И уж точно не надо добавлять линии, добавлять буквы, в общем, использовать то, чего здесь нет. Используйте только данный материал, и вы сумеете разобраться с ним на ура. Я не сомневаюсь в этом почему-то. Наверное, потому что приготовила много заданий. Действительно, очень хочу, чтобы было много победителей. Ну, а с чего-то надо начинать. Так что сейчас я жду первого героя. Сейчас я жду владельца 8000 рублей. Я жду именно вас. Я жду вашего победного звонка. Спешите здесь оказаться. Станьте обладателем этой суммы. Ни в коем случае не пропускайте никого вперед себя. Ведь если вы нашли слово и ждете, что... Не знаю, чего вы ждете. Вы дождетесь лишь того, что кто-то другой тоже его найдет и за вас его назовет. Вряд ли вы ожидаете именно этого. Так что не надо никого вперед себя пропускать. Надо как можно скорее самим стать победителем, себя показать во всей красе, себя проявить в лучшей форме, себя показать. В общем, назвав победный вариант первым, вы станете моим героем. Держать его в секрете не надо, это слово не секрет, это слово назвать в эфире прямом на весь мир не стыдно, слово цензурное, слово хорошее. Более того, я говорила, что оно ассоциируется все-таки с домом, с уютом, с комфортом, с теплотой. Что же это такое? Я жду вас с победным вариантом ответа. Назовите мне это слово, которое, может быть, сейчас вот очень даже недалеко от вас находится, если не сказать, что в непосредственной близости. Все-таки день выходной, день такой еще зимний, замечу, предпоследний зимний день. И значит, вполне себе день домашний. И, возможно, вы действительно сейчас рядом с этим словом. Почему бы нет? Мне кажется, это очень замечательное времяпрепровождение. Я бы не отказалась от такого сейчас. Но хочу, чтобы вы мне его назвали. Это тоже меня порадует. 8000 рублей я вам вручу с радостью и с еще большей радостью к другому заданию перейду. Мне нравятся вообще эти переходы. Тогда эфир интересный и быстро проходит. Я, естественно, как работник в этом заинтересована. Так что хочу, чтобы вы мне в этом помогли. В том, чтобы моя работа была интересной, не скучной. Ну и для вас это тоже будет выгодно материально. Так что 8000 рублей зарабатывайте прямо сейчас. Становитесь богаче. Не ждите, что другой человек утрет вам нос. Сами конкурентам носы утрите. Покажите, что вы профессионал, что вы самый-самый-самый-самый внимательный, самый достойный. Проявляйте себя. Не стесняйтесь, не надо находиться в тени. Наоборот, в эфир врывайтесь смело. Ну, если вы человек мнительный, вы можете не называть своего имени и города, хотя обычно у победителей я, конечно, спрашиваю и имя, и город. Но эту информацию произносить не обязательно, это ваше право остаться инкогнито, анонимно. Скажу наперед победителям. Моим, которые у меня будут точно, программирую жизнь на хорошее. После программы вам перезвонят операторы, вы договоритесь о том, на чье имя, в какое место, в какой город и каким способом вам отправить ваши деньги. Так что не пугайтесь, когда я вас поздравляю и прощаюсь с вами. Ничего страшного, вы уже с оператором один на один после эфира поговорите. Главное, чтобы телефон оставался на связи, то есть не села батарейка, не пропал сигнал сотовой связи. В общем, просто следите, чтобы у вас телефон работал нормально, чтобы он принимал сигнал. И все, оператор вам позвонит. В этом нет никакого труда. Вот сейчас труд. Труд – это найти слово. И вот судя по вашей реакции, судя по тому, что вы молчите, пока этот труд никому не удается достойно совершить. Но я надеюсь, я все-таки надеюсь на лучшее. Я надеюсь на то, что сейчас появится профессионал. Сейчас появится герой. Так, где же мой герой? Где тот, кому 8000 рублей я вручу? Я жду вас. Я не понимаю, чего ждете вы? Почему вы отказываетесь от этой возможности? Почему отворачиваетесь от этого предложения? Хорошего предложения. Я жду вас. Надеюсь, что сейчас появится профессионал. Итак, вверх-вниз этому профессионалу погулять необходимо. Влево-вправо по линиям походить. Линии желтые, вот за них держитесь. Отпускать не надо. Потому что только по ним вы сможете выйти к победе. Если вы как-то разорвали эти связи,
составили что-то, может быть, что-то хорошее, может быть, что-то под подсказки даже подходящее. Не надо составлять. Напоминаю вам, составление здесь не поможет никоим образом. Только поиск, только чтение по линиям. Уверяю вас, именно так вы придете к победе. Именно так вы сумеете стать богаче. По-другому нет, не сумеете. Знайте это и действуйте. Действуйте, соответственно, требованиям данного задания. Найдите слово, двигаясь змейкой. Поясняю, по вертикальным и горизонтальным линиям. Здравствуйте, что у вас получилось? Здравствуйте, слово «кора». «Кора». Нет, «ко». Вот я увидела, дальше я уже продолжение не наблюдаю. К букве «р» пошли по диагонали, к букве «а» совершили прыжок. Так, нельзя поступать. Вы можете, даже стоит вам менять направление по ходу чтения слова, но смена направления – это все равно шаг на линию. Просто если вы шли по горизонтали, то вы начинаете идти по вертикали, совершая поворот под прямым углом. Если шли по вертикали, то наоборот, сходите на горизонталь. С чего это вдруг вы тут прыгнули по диагонали, я не пойму. Вроде и предпосылок таких не было, но в качестве первой попытки, в качестве пробы пера, то да, неплохо. Но все-таки зря вы половину слова нашли, а половину разорвали или наоборот составили. Смотря как на это, к этому подойти. В любом случае, слово должно быть целое. Но слово должно быть целой частью одной. И вот я жду, что эту часть, этот кусочек, изогнутый под прямым углом, который является словом существующим, словарным, вы сейчас найдете и мне назовете. Я жду с нетерпением этого произнесения. Итак, я жду вашего победного звонка. Торопитесь стать моим героем. Торопитесь стать моим победителем. Не надо вам дожидаться, я не знаю, кого-то, чего-то. Никого, ничего не нужно ждать. Надо побеждать, причем сейчас же, скорее же. Так, 8 тысяч рублей зарабатывайте. Не сидите сложа руки, а проявляйте себя вот во всей красе. Я уверена, что вы достойны этой победы. И я надеюсь, что она действительно будет за вами. Ведь упустить вы ее можете только, опять же, благодаря себе. Вот если вы ничего не будете делать, то победа будет упущена, возможность будет упущена. А если вы постараетесь, то обязательно будет результат. Даже если вы допустили ошибку, и сразу же вот результат не тот, который ожидался, все равно попробуйте еще. Попробуйте обязательно. Не предпринимая попыток более, вы точно ничего не добьетесь. А попробовав раз, еще раз, один из разов будет победным точно. Советую вам проверять каждую букву в роли первой. Обязательно. Советую вам от каждой буквы в каждую сторону походить, погулять. Обязательно. И вот надеюсь, что сейчас эти прогулки успехом увенчаются. 8000 рублей. Я готова вручить вам. Итак, я жду, что вы станете обладателем этой суммы. Ну что ж, поторопитесь. Решайтесь стать богаче. Заявите сейчас о себе. Не нужно ждать кого-то, чего-то. Не нужно ждать подсказок. Потому что если я уж начну давать подсказки, то слышать будете их не только вы, но и ваши конкуренты. Опять-таки, не могу сказать, что это хорошо для вас, что это вам выгодно. Нет. Тут уж лучше самостоятельно подумать и разобраться с этой головоломкой. Ну что ж, думайте, разбирайтесь, зарабатывайте деньги своим трудом. Вверх, вниз, влево, вправо, от буквы к букве. Так поверьте в себя, покажите себя лидером. Заявите о себе как о победителе. По вертикали, по горизонтали, от буквы к букве. Шагайте, у вас все обязательно получится. Не надо опускать руки. Старайтесь изо всех сил, поверьте в себя. Дерзайте. Это слово вы знаете. Если тут вас одолевают сомнения, то я советую как-то поработать с собой, потому что сомневаться не в чем. Это слово вы точно знаете. Но вот найти сможете ли, прочитать сумеете ли, вот этого я не знаю. Но надеюсь, что все благополучно будет. Но уверяю вас, если стараться, то сумеете прочитать. Если же ничего не делать, то вот поэтому я и не знаю, что и как будет. Я же не знаю, действуете вы или же, не знаю, смотрите в окно, мечтаете о звездах. Ваша задача сейчас погрузиться в это задание и не отвлекаться на какие-то там дела посторонние, потому что вас эти дела богаче не сделают точно. Так, 8 тысяч рублей вы можете заработать сейчас только сами, самостоятельно. Итак, вверх, вниз, влево, вправо, от буквы к букве. Так,
Я жду. Вверх, вниз, влево, вправо. Сконцентрируйтесь. У вас все обязательно получится. Вы сумеете разобраться с этой головоломкой, вы сумеете справиться с этим заданием, но нужно начинать. Уже пора начинать с какой-то буквы перемещаться. Влево, вправо, вверх, вниз. Хотя бы одну попытку предпринять стоит, уже будет какое-то понимание того, что здесь происходит, какое-то видение того, что тут происходит. Ну вот я жду, что вы разберетесь все-таки с этой головоломкой. Я жду. Я жду героя. Мне бы хотелось услышать вас в эфире. Не хочется тут находиться одной в неведении, не слышать ничего, никаких ваших версий. Жду. Жду героя своего, жду победителя, жду того, кто наконец-таки подаст голос в эфире и произнесет мне победное слово. Надеюсь, что оно будет победным. Все-таки уже какая-то попытка была, уже есть на чем поучиться, то есть ошибки уже были сделаны. Сейчас нужно сделать работу над ними и прийти к победе. Где же тот, кто способен на все это? Я надеюсь, что есть такой человек. Или нет? Как-то неактивно вы в этом задании. Как будто бы не интересует вас судьба 8 тысяч рублей. Мне это кажется странным. Я ожидала большего ажиотажа. Я предлагаю хорошие деньги за первое задание. Сразу 8 тысяч рублей. Это действительно достойное предложение. А вы как будто бы не заинтересованы вовсе. Странно. Это действительно странно. Ну что ж, я готова еще подождать какое-то время. Но учтите, бесконечно я ждать не буду. Тут нужно разобраться с заданием максимально быстро. Впереди еще куча других заданий. Интересных, денежных, но более сложных. Об этом тоже не надо забывать. Более сложные головоломки впереди. Это обязательно. Такова логика программы, так сказать, схема. Сначала мы решаем задания попроще, потом все сложнее, сложнее, сложнее они становятся. Но это логично, это закономерно, согласитесь. Поэтому, если у вас есть желание заработать деньги, минимум усилий при этом приложив, вот, пожалуйста. Как раз-таки эта головоломка для этого и создана. Чтобы минимум стараний и отличный заработок при этом. Но постараться все равно придется. Ничего не делая, стать богаче в моем шоу не удастся однозначно. Так, попытайтесь еще. От буквы к букве. Вверх, вниз. Влево, вправо. По линиям, строго. По вертикали, по горизонтали. Пробуйте. 8 тысяч рублей я готова вручить вам, и я жду, что вы заработаете эти деньги. Я надеюсь, что сейчас вы станете владельцем этой суммы. Но не нужно, сейчас не нужно отвлекаться, не нужно вот тратить драгоценные секундочки даже, мгновения на что-то другое. Потому что вот так уходят мгновения, и вот так уходят возможности. Сейчас возможность заработать 8 тысяч рублей, а вы ее можете просто профукать, если так, так просто выражаться. Вот что вы можете сделать с этой возможностью. Не поступайте так с ней. Ни в коем случае. Воспользуйтесь ею. Станьте владельцем 8 тысяч рублей. Дальше можно будет и расслабиться, а с другой стороны, дальше можно будет заработать еще в других заданиях, потому что количество побед в моем шоу не ограничено. То есть вы можете зарабатывать в каждой головоломке, вы можете становиться богаче в каждом задании, с которым вы можете разобраться. А вы можете многое, я не сомневаюсь в этом. Но вам, опять же, нужно прилагать усилия, а не сидеть, ничего не делая, сложив ручки. Выбирайте новую букву в качестве первой. Мне кажется, на какой-то из них вы зациклились, что ли, и не продвигаемся мы вперед. Выбирайте другую и попробуйте от нее что-то прочитать. На одной букве заострять свое внимание не стоит, надо проверять все. Здравствуйте, что получилось у вас? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Нашел слово «повар». Повар – это не победный вариант. Я вам говорила, что у каждого дома есть это слово. Я имела в виду какой-то предмет. Ну, у каждого дома есть не повар, а тот член семьи, который готовит. Если вы один, вы сам себе повар тоже. Но все-таки в полной мере члена семьи, который готовит, назвать поваром нельзя. А тут слово, которое обозначает какой-то предмет, который дома есть. И
уж точно, чтобы этим предметом быть, не надо на него специально учиться. Этот предмет просто есть, и все, мы его приобретаем, а потом с течением времени за ненадобностью, за испорченностью или потому что он просто надоел, выбрасываем, приобретаем новый. А обычно даже этих предметов, этого слова, несколько, ну так для разнообразия. Что же это такое? Я уже говорила, связано с уютом, с теплом, с домом. Хотя с поваром тоже есть такие ассоциации в некотором роде. Уютно, тепло и вкусно. Но нет, не о нем шла речь. Надеюсь, сейчас по моим подсказкам понятно, что я хочу услышать слово, отвечающее на вопрос «что?». Что-то, какой-то предмет. Вот еще ряд подсказок. От вашей же версии отталкиваюсь и пытаюсь вам помочь тут же. Здравствуйте, что у вас получилось? Слово «волк». Волк. Вы составили слово «волк». Только что я сказала, что мы ищем что-то, и вы мне опять предлагаете кого-то, более того, составленного, придуманного, я бы даже так сказала. Не надо. Опять-таки скажу вам, что нет. За такую версию, за версию, полученную таким способом, я не готова вам вручить ничего. А вот 8000 рублей готова вручить за слово, которое можно найти, которое можно прочитать, шагая то вверх, то вниз, то влево, то вправо. Так, шагайте, читайте, перемещайтесь, у вас все обязательно получится. От буквы к букве. Шагайте по линиям. Вы сумеете справиться с этой головоломкой, поверьте в себя. Ни в коем случае не нужно сдаваться. Присмотритесь к этим буквам, к этим линиям и разберитесь. Тем, что тут есть начало, что тут есть конец, потому что пока это просто кубло из букв и линий, и конца краю не видно. Вам нужно выбрать нужную, правильную букву, от которой пойти опять-таки в правильную сторону. И со всем этим определяться необходимо вам и быстрее. Что ж, делайте это. Делайте, старайтесь. Вы сумеете, вы справитесь. Я верю, что у вас все действительно получится. Пусть получается поскорей. Поймите, программа-то не резиновая, а мы с первым заданием что-то как-то не особо активно справляемся. Как будто бы нехотя. Вы что, не хотите стать богаче на 8 тысяч рублей? Не верю. Ваша версия, здравствуйте. Здравствуйте. Опора. Составили опять. Начало. Ну, начало. Один шаг есть. Потом прыжок, прыжок, прыжок. Каждый раз составление. Ненадолго вас хватает в плане перемещения по линиям змейкой. Вы быстрее переключаетесь и с большей охотой занимаетесь составлением, что в этом задании запрещено категорически. Впереди будут другие задания. Там будет задание на составление. Но это другого характера головоломка. Это головоломка на поиск. Я на этом настаиваю. Так что если вы хотите стать владельцем 8 тысяч рублей, то станьте. Станьте сейчас обладателем этой суммы. Уже пора. Здравствуйте, что у вас получилось? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, по-моему, слово «покрывало». Конечно, оно самое. Покрывало, да наконец-таки. Нашли все, посмотрите как. А вы представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Кристина. Откуда вы? Бурдасов-на-Дону. В Ростов-на-Дону, Кристине, 8 тысяч рублей отправляется. Я перехожу ко второму заданию, оно уже на экране появилось. Тому, кто распутает этот буквенный клубок, я вручу 9 тысяч рублей. Я сделаю это с большим-большим удовольствием, но я понимаю, что второму моему герою будет, ох, нелегко. Это вторая головоломка. Здесь опять есть буквы, опять есть линии, но уже никакого принципа змейка тут нет. Вы можете поворачивать не только под прямым углом, а под разными углами. Главное перемещаться от буквы к букве по линии. По горизонтали влево-вправо, по диагоналям. Вот в разные стороны вы можете пойти. Вертикальных линий нет, обращу на это внимание сразу же. И советую вам, опять-таки, сразу же, никакие линии, которых тут нет, не чертить. Никакие дополнительные буквы сюда не приносить. Кстати, тут опять-таки есть удвоенные. Это буква Е. Их две. Остальные буквы... Да, остальные буквы все в единственном экземпляре. Закольцовывать здесь так же нельзя, как и в предыдущем задании. Так что не позволяйте себе через одну и ту же букву, через один и тот же кружочек по кругу гулять.
Использовали букву, дальше идете по линии к новой. Итак, от буквы к букве, от буквы к букве, от начала до конца. Влево, вправо, по диагонали. Перемещайтесь, у вас все обязательно получится. Итак, 9000 рублей. Я готова вручить вам, и я жду, что вы заработаете эти деньги. Зарабатывайте, старайтесь. Вы сумеете справиться, но, конечно же, свои трудности в этом задании есть, от них никуда не деться. Трудность – это количество букв. 10 штук. Какая из них первая, неизвестно. Тут уже нет букв «ы», нет мягких, твердых знаков. Здесь любая буква может быть первой. Так что тут уж точно стоит проверять каждую. И от каждой буквы, по каждой линии, а их несколько обязательно исходит, идти, дабы опять-таки проверить все возможные пути перемещения от буквы к букве по линиям. Старайтесь не запутаться, а наоборот, выбрав нужную, правильную букву, потянуть за нее и распутать все слово целиком. Я с нетерпением жду, что вы это сделаете. Я надеюсь, что сейчас появится тот профессионал, который в состоянии разобраться с этим заданием быстро. В первом вы тренировались. Согласитесь, задания схожие, задания родственные, потому что и там буквы, и там линии. Несколько разные принципы, но все равно ходить надо именно по линиям, именно от буквы к букве. То есть все равно нужно читать, нужно искать слово, но не составлять его ни в коем случае. Так, начинайте перемещаться от буквы к букве по линиям и рассказывайте мне о своих результатах. Слово, которое на этот раз я хочу услышать, оно, конечно же, тоже вам знакомо. Это слово, вот его как раз-таки дома нет. Спорный вопрос, есть ли оно вообще. Но некоторых людей этим словом называют по ряду причин. Я не могу их перечислить, потому что это будет явная подсказка. Так, что у вас получилось? А может быть слово «колба»? Колба. Колб читается к последней букве запрещенный прыжочек. Он запрещенный, прыгать нельзя. Нарушение правил даже в одной букве не делает вас победителем автоматически и сразу. Поэтому не прыгайте, а сумейте дойти по линиям, от буквы к букве, влево-вправо, по диагоналям. Перемещайтесь. 9000 рублей я готова вручить именно вам, но не за колбу, а за что-то другое. Хотя тут я не буду вас ограничивать, тут можете искать и что-то, и кого-то. Главное искать. Вот поищите и мне расскажите, что вы тут нашли. 9000 рублей я готова вручить вам, и я жду, что вы станете обладателем этой суммы. Но пока я понимаю, что с этим заданием мы только знакомимся, только ощупываем его. Еще непонятно, от какой буквы держать свой путь и куда, к чему идти. Но слово это знакомо вам с детства. И в детстве вы им очень интересовались, это точно. Уже став постарше, интерес пропадает, но слово-то забыть мы не могли. Опять же, некоторых людей этим словом называют, по себе знаю. Но я надеюсь, что вы его сумеете найти, и мне не придется более явные подсказки вам делать. Все-таки так уже немного вам об этом слове рассказала. Туманно, конечно, завуалировано, но уже ряд подсказок был дан. И я думаю, что достаточно этого. Не хочется рассказывать больше, не хочется увеличивать количество ваших конкурентов вот таким искусственным методом. Я надеюсь, что вы самостоятельно, более или менее самостоятельно, сумеете разобраться с этой головоломкой, прочитать победный вариант. А я, в свою очередь, с нетерпением жду, когда же вы мне его назовете. Номера телефона прямого эфира. Внимание на экран в нижний левый угол. Они там будут всю программу, я вам их еще раз повторю. Для России 0948 номер, для Армении 09 0001, для других стран плюс 8 821 610 1299. Тот или иной или третий номер набирается именно с мобильного телефона. Используйте эту информацию, учтите это, смотрите, не запутайтесь, в общем. В общем, тут нужно быть собранным максимально. Когда вы решаете судьбу 9000 рублей, нельзя отвлекаться, нельзя, опять же, как-то легкомысленно, несерьезно ко всему этому подходить. Нет, подойдите уж посерьезней. Это улучшается ваш бюджет, так что вы в этом заинтересованы уж точно. Итак, 9000 рублей. Я готова вручить именно вам. Я не сомневаюсь, что вы можете заработать эти деньги, но нужно сейчас постараться, само
собой. Нужно постараться. Старайтесь. Старайтесь как никогда. От каждой буквы сразу проверить все, чтобы уже к этой букве не возвращаться. То есть будьте педантичны, будьте внимательны, скрупулезны. Да, вот хорошее слово. Вам нужно именно так внимательно и скрупулезно работать с каждой буквой, проверять все возможные ходы, перемещения. И вы сумеете разобраться с этой головоломкой. Здравствуйте, что у вас получилось? Вот у меня получилось слово «сено». «Сено» не получается. Вы его составили. «Се». Даже не так. «Сен», простите. А вот уже к букве «О» прыжочек. Вот тут как раз-таки составленная часть. И поэтому можно сразу о слове «всем» сказать. Оно составленное, оно не подходит нам. Так нельзя. От первой до последней буквы вам нужно дойти. Дойти именно по линиям. Никаким другим способом, никакими другими ходами, прыжками, телепортацией, может быть, какой-то. Не стоит с одной буквы на другую перемещаться. Только хождение по тропинкам, мостикам, канату. Не знаю, как еще фигурально эту линию вам обозвать. Но прошу именно по ним перемещаться. Будьте внимательны. 9000 рублей я готова вручить вам. И я жду, что эти деньги вы заработаете. Я не сомневаюсь, что вы сумеете разобраться с этой головоломкой. Так поверьте же в себя. Покажите, на что вы способны. Решайтесь стать богаче прямо сейчас. Действуйте. Влево, вправо, по диагоналям. Тут много возможностей, тут много ходов, действительно, но вы сумеете найти правильный путь, я уверена. Здравствуйте, что у вас получилось? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слово «ложка»? Ложка, читается «ложка», но нет, не победный вариант. Хвалю вас, хвалю за то, что прочитали слово по линиям, по правилам. Но прочитали не мое слово. Вот представьте себе, это хорошая, длинная достаточно версия. Случайно здесь получается. Я ее не прятала. Я запутывала другое слово. А ваше слово оказалось здесь нечаянно. А, кстати, я давала подсказку, что вот моего слова у вас дома точно нет. Ложка? Ложка дома есть у всех, и не только дома, и на работе есть у всех, и не одна. А мое слово, о нем таких вещей нельзя сказать. Нет, нет. С моим словом вы вряд ли взаимодействуете так часто, как с ложкой. Вряд ли вообще когда-то взаимодействовали. О моем слове интересно получать информацию. Интересно узнавать какие-то подробности. Но вот непосредственно его использовать, вот как ложку вы ею едите, нет. С моим словом так не сделать, так не поступить. Так, подумайте. Подумайте, о чем же я говорю, посмотрите еще раз повнимательней в эти буквы, и, может быть, что-то другое вы в них увидите. И в буквы, и в линии вглядитесь. Влево, вправо, по диагоналям перемещайтесь, старайтесь. 9000 рублей я с радостью вам вручу, но услышать я должна именно победный вариант, а не опять какой-то случайно получающийся. Повнимательней. Головоломка непростая, действительно, но решение есть однозначно. Ну что ж, разберитесь с этим заданием. Поверьте в себя. Влево, вправо, по диагонали, от буквы к букве, строго по линиям. У вас все обязательно получится. Действуйте. Ваша победа в ваших руках. Не нужно отказываться от этой возможности. Вам нужно сейчас стать богаче, и вы это сделать можете. Так, становитесь богаче. Становитесь моим героем, становитесь моим победителем. Не нужно сдаваться, ни в коем случае. Нужно сейчас в себя поверить. Итак, поверьте. Влево, вправо, по диагоналям прогуляйтесь. 9000 рублей вы сумеете заработать, но повнимательней стоит быть. Посмотрите на эти буквы еще раз. Посмотрите на эти линии. Выберите новую букву. Возможно, ту, от которой сейчас вы пытаетесь что-то прочитать, она просто не та, и вы в тупике из-за этого. Не цепляйтесь за нее. Выберите другую букву, от нее попытайтесь что-то прочитать. Попробуйте. Действуйте. Влево, вправо, по диагоналям. Опять-таки, все пути, все направления от этой буквы проверьте, чтобы не упустить никакой момент, никакую тропиночку, которая как раз-таки может к победной версии привести. Жду самого
самого настойчивого и терпеливого человека, потому что тут уж, когда работа с 10 буквами и таким количеством линий, точно может терпения не хватить. Но мне нужен тот, кому хватит терпения. Жду вас, самого терпеливого. Надеюсь, что дождусь. И опять же, не хочется слишком много времени на это задание тратить. С покрывалом возникли сложности, но я могу точно сказать, что с первым заданием довольно-таки быстро вы разобрались. Довольно-таки быстро. Молодцы! Что со вторым? Я надеюсь, что и во втором будете молодцы. Берите пример с Кристины, моей первой победительницы. Она проявила себя блестяще. Я думаю, сейчас сидит и ждет конца программы, чтобы оператор ей перезвонил. Опять же повторюсь, количество побед не ограничено, так что, Кристина, вы можете побеждать еще. И тогда вот, к заработанным вами 8000 рублей еще 9 прибавится. В других заданиях вы можете еще заработать. В общем-то, ограничений тут нет. Так что не ограничивайте себя какими-то придуманными правилами. Те правила, которые существуют, я о них вам говорю открыто. И более того, они на экране написаны, что здесь под заданием, что вот чуть ниже правила моего шоу в бегущей строке. Эта информация тоже есть для вас. В общем-то, все для вас. Вся информация для вас, используйте ее для победы. Здравствуйте, что у вас получилось? Вы в эфире. О, бланк. Бланк. Ну как же, было, и все. Переступили, перепрыгнули. Давайте мы поступим следующим образом. Я вручу вам 10 тысяч рублей. Это хорошее предложение. Тут 10 букв, и вот вам 10 тысяч. За работу над каждой буквой по 1000 рублей. Итого 10 тысяч рублей за слово, которое вам в этих 10 буквах надо найти. Я думаю, что эта сумма более привлекательна, более интересна. И для нее, для ее заработка, вы готовы больше постараться. Старайтесь. На это и был расчет. Я надеюсь, что вы сейчас постараетесь, и мы покончим с этим заданием. Мы поставим точку в этой головоломке. Ну что ж, хотелось бы, правда, хотелось бы. Теперь уж точно надо проверить каждую букву в роли первой. Не надо лениться, когда такие деньги предложены. Действуйте. Вы справитесь, вы сможете, я верю. Я верю в это, я знаю, что это слово знакомо всем, известно всем. И в детстве всем нравилось, всем было интересно, потому что это что-то необычное. И вот все, что с этим словом связано, тоже необычно, оттого и интересно вдвойне. Но что это такое или кто это, я не ограничивала вас. Вы мне пока не рассказали, но я жду, что расскажете. Рассказывайте. Набрав номер телефона прямого эфира из России 0948, из Армении 09000-01, из других стран плюс 8-821-610-12-99. Такие номера, опять же, они тоже на экране. На протяжении всего задания, всей программы там будут, но, опять же, не нужно злоупотреблять этими возможностями. Вот эти номера здесь, когда захочу, тогда и позвоню. Скорее звоните, потому что есть еще и конкуренты. И победителем станет тот, кто первым назовет победное слово. А может быть, вы его первым нашли? Ну, не спешите в эфир. А вот зря. Зря не спешите. Так, влево, вправо, по диагонали. Я жду, что вы погуляете, погуляете и придете к победе. Потому что прогулка такая будет с мыслью свежей. Что не просто не глядя будете шататься в этих буквах, а именно осмотрительны будете. Вот такой человек мне нужен. Здравствуйте, вы в эфире. Что у вас получилось? Здравствуйте. Здравствуйте. Снежка. Нет. Слежка. Сле. И все. Слег же. Вы, вот если поменять местами букву К и букву Ж, то тогда слежка получится. Но, как говорится, если бы да так бы, менять местами-то нельзя. Если вы меняете местами, это уже считается составлением, это уже не подходит. Поэтому я предлагаю вам все-таки почитать, не меняя местами, не перескакивая. Так что слежка читается сле отдельно, шка отдельно. А мне нужно, чтобы все было вместе, буква за буквой должна идти. 10 тысяч рублей. Я готова вручить вам, я жду, что вы справитесь с этой головоломкой. Я надеюсь, что вы сейчас разберетесь с этим заданием. Мне бы хотелось, чтобы вы это сделали поскорей. Действуйте, старайтесь, у вас все получится, вы сумеете справиться. Так,
влево, вправо, по диагоналям. Шагайте от буквы к букве. Будьте внимательны. Сосредоточьтесь. Ваша победа все еще в ваших руках, так не отдавайте ее никому другому. Станьте сейчас победителем, заявите о себе. Покажите, что вы профессионал, покажите, что вы можете справиться с этой головоломкой. Расскажите о том, что же у вас тут получилось, что вы увидеть смогли. Именно внимательно посмотреть нужно в эти буквы, в эти линии и отыскать победный вариант. Старайтесь, старайтесь. Ищите. Влево, вправо, по диагоналям перемещайтесь. У вас все обязательно получится. Не сдавайтесь ни в коем случае. Задание сложное. Я с этим не спорю. Но поверьте мне, третье еще сложнее, а к нему пора уже переходить. Программа-то не резиновая, и время нужно распределять между заданиями мудрее. Не стоит на втором так надолго останавливаться, так серьезно засиживаться. Надо идти дальше, надо идти вперед. Третье задание сложнее будет, так оставьте для него времени побольше. А вы сейчас как будто бы все время готовы потратить на вторую головоломку. Я не готова. Я не готова смириться с тем, что это задание может стать последним. Нет, нет, ни в коем случае. Еще пару заданий после него мы должны решить, поэтому тут я советую вам поставить точку уже сейчас. Я жду вас. Влево, вправо, по диагонали. Перемещайтесь. От буквы к букве. Старайтесь, действуйте, 10 тысяч рублей, зарабатывайте, но только не молчите. Молчание тут совершенно неуместно, молчать ни в коем случае нельзя. Вам нужно сейчас побеждать, вам нужно сейчас богаче становиться, так становитесь. Скорее это делайте, не надо отказываться от этой возможности, возможность правда хороша. И жду я вас сейчас именно как победителя. А вы чего ждете? Не понимаю. Ждете с моря погоды, какой-то отмашки, призыва к действиям. Я вас призываю с самого начала программы действовать активно. И как только появилось задание, то или иное, нужно уже побеждать, не нужно ждать еще чего-то. Ожидания тут вообще излишние. Так, соберитесь. 10 тысяч рублей вы можете заработать. Заработайте. Влево, вправо, по диагоналям перемещайтесь. У вас все получится. Присмотритесь еще раз внимательно к этим буквам, к этим линиям. И скажите мне, что же вы тут увидели? Что же вы здесь нашли? 10 тысяч рублей я готова вам вручить. По-прежнему я все еще надеюсь, что сейчас вы откликнетесь на это предложение. Предложение хорошее, замечательное. И у меня есть еще одно предложение к вам. Давайте уже перейдем к третьему заданию. Давайте сейчас вы здесь одержите победу, и мы пойдем дальше наконец-таки. Вот такое предложение поступило. Не знаю, как на него будете реагировать, но надеюсь, что будете активны, будете... Надеюсь, что вы уже готовы победить. И сейчас вам остается только донести свое слово в эфир. Что ж, звонок в прямой эфир, и вы здесь. 0948 с территории Российской Федерации, 09-0001 с территории Армении и с территории других стран, плюс 8-821-610-12-99. Я жду вас. Думайте, 10 тысяч рублей. Я готова вручить вам, но не за тишину. Вот не за это молчание, которое повисло в эфире, уж точно не за это. Так, от буквы к букве перемещайтесь по линиям. Лево, право, диагональ. Меняйте направление, но сумейте распутать. Распутать это слово, которое очень непросто здесь увидеть. Но вы можете, я верю в это. Расскажите мне, что же у вас получилось? Какое слово вы тут нашли? Наконец-таки, вы здесь. Что у вас получилось? Алло. Алло. Это слово банк. Банк. Ну как так? Из угла в угол. Строго от буквы Б из первого угла в другой угол прыгнули, в третий угол прыгнули. Когда закончились углы, вы решили просто прыгнуть на оставшуюся букву К. Это составление, это даже, я даже не знаю, как этот способ еще назвать, чтобы отразить весь спектр ошибок, которые вы наделали. Ошибок слишком много. Составление, придумывание, тематика совершенно не та.
Мое слово родом из детства. Какой банк? Я даже не знаю, как вам теперь подсказать, чтобы ваши мысли направить в нужное русло. Мне кажется, вы нарочно не слушаете мои подсказки, вы нарочно в другом направлении двигаетесь. Ну что ж, как-то постарайтесь реабилитироваться. Вспоминайте те подсказки, которые я уже говорила, и не делайте больше таких ошибок. Прыгать, скакать, составлять – это запрещенные приемчики тут. Читать, по линиям читать – вот что надо, вот что подходит. Вот единственное, что необходимо – читать по линиям. Вот и читайте по линиям, прошу вас. Линий много, тут есть где разгуляться, а вы еще дополнительное себе что-то позволяете. Так, думайте еще. 10 тысяч рублей. Предложение, которое я сделала, а вручить деньги некому. Такое неинтересное предложение получается. Да нет, предложение интересное, ситуация неинтересная, вот. Нет победителя. Есть старания, я слышу, я прекрасно понимаю, что да, вы себя проявляете, но то ли терпения, то ли внимания вам точно не хватает. Потому что все эти старания, пока летят в тартарары, вы либо составляете, либо что-то находите, но тогда не слышите подсказки. Либо не слышите ни то, ни другое, ни правил, ни подсказок. И, в общем-то, из этого ничего хорошего не выходит. Жаль. Очень жаль. Но попробуйте все-таки еще что-то найти. Попробуйте сейчас реабилитироваться. Постарайтесь и станьте победителем в итоге. 10 тысяч рублей. Я готова вручить вам, и я надеюсь, что сейчас эти деньги станут вашими. Но надежды надеждами. А герой мне нужен побыстрее. Еще и другие задания впереди, и легче они не будут. Это надо учитывать, это надо осознавать. Ну, я надеюсь, что мы к ним все-таки перейдем и сумеем разобраться, несмотря на всю их сложность и замысловатость. Так, где же тот, кто сумел справиться? Где тот, кто сумел тут что-то прочитать? Я жду вашего победного звонка. Я уверена, что вы сумеете разобраться с этой головоломкой. Поверьте в себя. Покажите себя профессионалом. Покажите себя лидером. Влево, вправо. По диагонали. Так, я жду вас. И я прошу не нарушать правил. Вы в эфире, что у вас получилось? Это океан. Слово хорошее. Оно мне нравится вот просто тематически. Жаль, что здесь его нет и ничего общего с победным словом ваша версия не имеет. Оно нравится просто мне, но за это я 10 тысяч рублей не вручу. Океан. Есть начало, оке. Ан опять по углам разбросанные буквы с друг другом никак не связанные. Я не знаю, как вас отучить от этого, как вам еще объяснить, чтобы вы уже этих ошибок не делали, ошибок обидных. Но пока не получается. 0948. Номер для того, чтобы оказаться в прямом эфире, позвонив в территории Российской Федерации. 09-7001 из Армении, плюс 8-821-612-99. Номер для других стран. Пора вам уже опомниться, пора вам уже очнуться от, не знаю, дымки выходного дня, которая, видимо, мозг ваш затуманила, и разобраться с этим заданием. Слишком долго мы задерживаемся в нем, слишком долго вы спотыкаетесь на тех ошибках, которые уже конкурентам, вашими конкурентами были совершены. На ошибках на чужих надо учиться. А вы свои, мне кажется, по кругу повторяете даже. Так что соберитесь. Хватит уже составленных вариантов, хватит придуманных версий, которых здесь нет. Найдите слово, которое тут читается. Я жду вас. Я жду вашего победного звонка. Я уверена, что у вас все получится. Я надеюсь, что сейчас произойдет появление победителя. Итак, 10 тысяч рублей. Я готова вам вручить и жду, что вы станете их владельцем. Ну что ж, становитесь. Поскорей становитесь. Помните, ваша победа в ваших руках. Сейчас отказываться от этой победы ни в коем случае не нужно. Влево, вправо, по диагонали,
От буквы к букве вам нужно идти к победе. И пора уже до этой победы дойти. Я предлагаю вам заработать 10 тысяч рублей, но молчанием вы точно заработать эти деньги не сумеете. Молчать не надо. Сейчас вам нужно рассказывать, что же у вас получилось. Какое слово вы отыскали? Какое слово вы тут увидели? Рассказывайте уже. Рассказывайте немедленно. Молчание точно вам не поможет победителем стать. Это просто однозначно. Посмотрите внимательно, еще раз, новым взглядом, под новым углом. Посмотрите же вы на эти буквы и скажите, что вы тут увидели. Я жду вас с победным вариантом ответа. Я надеюсь, что не напрасны мои ожидания. Я верю, что появится профессионал, герой или героиня. Ну, хоть кто-то, кто помнит слово из детства. Хотя я слабо представляю, что вы выросли и просто забыли его напрочь. Ну как так? А младшие братья, сестры, какие-то племянники, может быть, свои дети, внуки, все в детстве с этим словом знакомились. Соответственно, вы о нем забыть не могли, вам постоянно о нем напоминают. Так что же это за слово такое? Что же это за версия такая тяжело находимая? Но при этом на экране уже написанное, имеется она тут. Жаль, что разглядеть вам ее до сих пор не удалось, но я надежды не теряю, заметьте, задание не аннулирую. Продолжаю ждать и настаивать на том, что здесь должен быть герой. Я верю, что этот герой здесь будет. Я жду вас. Так, влево, вправо, по диагоналям, от буквы к букве. Врывайтесь в эфир как можно скорее. Поверьте в себя. Вы в эфире, здравствуйте, что у вас получилось? Здравствуйте. Это слово «бокал». «Бокал». Составили. И тут вариант непобедный. Опять составлен, но сколько можно. Дома у вас моего слова нет точно. Почему то ложка, то бокал, то еще что-то такое домашнего бытового характера. Мое слово не бытовое, оно наоборот что-то необычное, что-то такое невообразимое. Неповседневное, однозначно. Что же это? Вы вряд ли с этим словом сталкивались. Слабо сказано, вряд ли. Вы не сталкивались с ним. Но вы о нем многое знаете. Целую историю о нем рассказать можете. Историю увлекательную, историю интересную. Так о каком слове идет речь? Какое слово вы тут нашли? Что вы здесь прочитали? Расскажите мне. Поделитесь со мной с вариантом ответа. Продолжаю надеяться, что... кто-то все-таки может разобраться даже со столь запутанным заданием даже в воскресный день. Вот я жду этого кого-то. Я не знаю, позже, правда, дождусь или нет, уже у меня какие-то сомнения. Но вот я проверяю и все равно вижу, что слово читается неразрывной цепочкой. Почему же эту цепочку вы не видите? Ищите. Ищите победный вариант, старайтесь как никогда. 10 тысяч рублей. Я готова вам вручить, и я жду, что эти деньги вы заработаете все-таки. Так, зарабатывайте. Старайтесь, зарабатывайте. У вас все получится. Так, влево, вправо, по диагоналям, от буквы к букве. Поверьте в себя и дойдите до самого конца слова. Неразрывной цепочкой. Я жду вас. Я жду вашего появления в прямом эфире моего шоу. Я надеюсь, что сейчас появится профессионал. Я жду вас тут, как профессионала в эфире. Но профессионалу второе задание решить уже давным-давно пора. Так расскажите мне, что у вас получилось? Какое слово вы здесь нашли? Что же вы тут увидели? Влево, вправо, по диагоналям, от буквы к букве. Чего вы ждете? Посмотрите еще раз. Выберите новую букву и потяните за нее. Должно вытянуться все слово целиком. Ни разрыва, ни одного... Я заговариваюсь. Ни одного разрыва не должно быть на протяжении всего слова. То я уже несу какую-то чушь. Вы несете чушь. Прям бредовый эфир какой-то.
Так, 10 тысяч рублей. Я готова вручить победителю. Я хочу услышать этого победителя. Но я не всесильна. Я не могу заставить вас. Я не имею права на это. Но я делаю вам хорошее предложение. И я искренне не понимаю, как вам могут быть неинтересны 10 тысяч рублей? Как вам может быть неинтересен такой заработок в выходной день, из дома не выходя? Я бы согласилась, не выходя из дома, интеллектом своим зарабатывать такие хорошие деньги. Ну, у меня такой возможности нет, а у вас сейчас есть. Так почему бы ею не воспользоваться? Вы в эфире, здравствуйте, что у вас получилось? У меня получилась скоба. Скоба составили, ничего не получилось. Из всего слова читается только слог «ко». Вот такая скоба. Ко! А далее это несуществующее что-то. Это уже вы напридумывали опять-таки. И я не принимаю такой вариант. Так, 10 тысяч рублей. Я все еще предлагаю вам. Я все еще надеюсь вам вручить эти деньги. Я все еще жду, что вы станете обладателем их. Но это ожидание действительно затянулось. Не на шутку затянулось. Посмотрите еще раз и на эти буквы, и на эти линии. И скажите, что же вы здесь увидели? Здравствуйте, ваша версия. Здравствуйте, Леска. Леска. Ле отдельно, С отдельно, К отдельно. Вот Лека читается, но вот тут тогда должна быть буква С. Опять вы что-то поменяли местами, опять вы что-то там додумали. Нет, ничего додумывать не надо. Надо разобраться с головоломкой. И сделать это надо было уже давным-давно, а вы все составленные слова и совершенно из другой оперы слова. Здравствуйте, что у вас получилось? Девушка, здравствуйте, нашла слово «белоснежка». Я ушам своим не верю. Нашли вы эту белоснежку наконец-таки. Белоснежка. Победный вариант. Вот все, посмотрите, как по линиям читать слова. А вы скажите, как вас зовут? Юлия. Юля, вы откуда? Юлия, 10 тысяч рублей отправляются к вам. После программы вам перезвонит оператор, не забывайте об этом. Ну а третье задание появилось на экране, я уже к нему перешла и уже готова. Я готова вручить вам за это задание как минимум 12 500 рублей. За одно слово. Но в этом табло победных слов 3. Поэтому за 2 из 3 слов я вручу на 1000 больше. За все 3 слова я вручу на 2000 рублей больше. Но вручу, естественно, тому, кто найдет, по принципу змейка прочитав, и назовет в эфире. Вспоминайте покрывало, вспоминайте первое задание, мы читали там змейка. И, кстати, у вас очень хорошо это получилось, очень быстро. Поэтому я надеюсь, что в этой третьей головоломке мы сумеем наверстать упущенное время. Мы сумеем справиться с этим заданием, и победителей тут может быть много. Может один человек несколько раз себя проявлять, то есть для вас может быть не одна победа здесь. И это весьма выгодно, находить по одному слову и, называя каждое в эфире, зарабатывать по 12 500 рублей. Это весьма выгодно. Такое предложение я вам делаю. Опять же, можно просто найти одно слово, назвать его и успокоиться. Можно найти 2 или 3. Вам решать, сколько и как тут зарабатывать. Но в любом случае, в этом табло можно найти слова победные только змейкой. Никакими другими вариантами. Опять-таки, прыжками из угла в угол или еще как-то. Нельзя. Только по принципу змейка вам нужно перемещаться. Вверх, вниз, влево, вправо. От буквы к букве. Вот так вам нужно шагать. Из клеточки в клеточку, а клеточек тут 30 штук. Конечно, выбор первой буквы, выбор первой клеточки – это очень сложная задача, но сумейте выбрать это. Сумейте сейчас прогуляться вверх, вниз,
влево-вправо, вот, от выбранной клеточки, от выбранной буковки, сразу во все стороны загляните, посмотрите, что там будет, что там получается, ну и расскажите мне, какое же слово в итоге вами прочтено. Если не получается слово, если вы видите, что обрывается где-то версия, то не надо как-то искусственно пытаться досоставить, это будет ошибкой. Если слово не читается, бросьте его, начните искать другое слово, которое вы прочтете до конца. Вот что мне нужно от вас. Так, вверх-вниз, влево-вправо от буквы к букве. 12,5 тысяч рублей я готова вручить именно вам. Я жду, что вы справитесь с этой головоломкой. Я уверена, что вы сумеете разобраться с этим заданием. Задание это непростое, но задание решаемое. Поверьте в себя и начинайте шагать вверх, вниз, влево, вправо. От буквы к букве. Присмотритесь. Ваша победа в ваших руках. Отказываться от этой победы, отказываться от этой возможности не надо. Так, 12,5 тысяч рублей я готова вручить своему герою. Я уверена, что вы можете им стать. Но опять же, если только сами этого захотите, если захотите работать со столь громоздким заданием, задание очень-очень сложное. И я все-таки надеюсь на то, что вы разобраться здесь сможете. Не побоитесь, потому что большинство людей просто испугается объемов. Но не надо бояться объемов, потому что слова тут хорошо знакомые, опять-таки, с детства. Слова, которые вызывают улыбку, какое-то такое позитивное настроение, приятные воспоминания, интересные, яркие ассоциации. Вот, вот что я хочу от вас услышать. И мне бы хотелось, чтобы принцип первого задания вы не забывали, это змейка, а тематику второго задания сохранили. Там победная версия была Белоснежка. Вот такая вам направляющая. Попыталась с этим заданием связать и первое, и второе. И я уверена, что мне это удалось, потому что действительно принцип первого задания, тематика второго. И, кстати, я вам скажу сразу, никаких коротких версий. Никаких 3-4-буквенных букв, слов. Слова здесь 7, 9 и 10-буквенные. Вот такие змейки вам надо умудриться отыскать. А это, правда, нелегко. Поэтому 12,5 тысяч рублей как минимум за сложность головоломки, за труды, которые вам необходимо прилагать, чтобы справиться с этим заданием. Итак, 7, 9 и 10-буквенные слова сделают вас богаче. Ищите. Любое из них принесет вам 12,5 тысяч рублей. За 2 слова на 1000 рублей больше я вам вручу, а за 3 слова на 2000 рублей больше еще вы заработаете. Что ж, зарабатывайте. Предложение поступило, подсказки есть, задание есть. Да все, 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 нет уже никаких причин, никаких поводов отказываться от этого предложения. Так что не отказывайтесь от него. Здравствуйте, что же у вас получилось? Намордник. Нет, не победный вариант. Намордник вы составили. Намор. Вот это есть. Дник составлен. Первое, больше половины слова вы нашли, вы прочли, хорошо шагали, а потом все, прыжок, и все полетело в тартарары. Нельзя так скакать. Надо доходить до конца именно змейкой. Вверх, вниз, влево, вправо, от буквы к букве. Что ж, пытайтесь, старайтесь и до конца дойдите. 12,5 тысяч рублей я готова вручить вам и хочу, чтобы это вручение состоялось побыстрее. С этим заданием я предлагаю вам справиться сначала на треть, найдя одно из 3 слов, а потом продолжить работу. Так легче и так выгоднее с материальной точки зрения. Поэтому не отказывайтесь от такого предложения, не надо взваливать на себя все сразу. Разберитесь с этой головоломкой, сумеете справиться с этим заданием, поверьте в себя. Так, от буквы к букве, вверх-вниз, влево-вправо, шаг за шагом, дойдите до конца. У вас все обязательно получится. Так, поверьте в себя, поверьте в свою победу и покажите себя настоящим профессионалом. 12,5 тысяч рублей я готова вручить именно вам. И я не сомневаюсь, что вы сумеете заработать эти деньги. Более того, вы можете это сделать неоднократно. Но уже сейчас, если одно слово нашли,
и нужно называть. Вверх-вниз, влево-вправо. От буквы к букве, из клеточки в клеточку. 12 500 рублей я готова вручить именно вам. Я не сомневаюсь, что вы сумеете эти деньги заработать, хотя понимаю, что сейчас вот такой этап, когда вы именно приглядываетесь к этому заданию. Ну так смотрите повнимательнее. Смотрите повнимательнее в эти буквы, в эти клеточки, в эти вертикали и горизонтали. Именно так шагает змейка, то по вертикали, то по горизонтали. И вот я надеюсь, что вы так дошагаете до конца. Пробуйте, пробуйте. 12 500 рублей. Я готова вручить вам. Вы в эфире, что у вас получилось? Алло. 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 Да-да. Может, антиквариат? Ой, нет, 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 не антиквариат. Вы в детстве о таком слове и не знали. Тут слова, которые мы любили, которыми мы, опять-таки, интересовались, которые нас увлекали и вызывали какую-то фантазию. О чем идет речь? Что-то, кто-то. Читайте. Внимательны будьте. Вверх, вниз, влево, вправо. Ищите что-то. Ищите кого-то. Вот такую подсказку вам сделаю. Потому что здесь есть слова и на вопрос «что» отвечающие, и на вопрос «кто». Длина слов вам известна, напомню, 7, 9 и 10 букв. Что отыскали, скажите мне? Здравствуйте, это Блинница. Вы составили. Есть начало и слово актуальное уже практически вот-вот. Но нет, Блинницы тут нет. Не загадывал я такой вариант. Начало опять-таки положено. Змейкой, причем с поворотами. Хорошо ведь шли. Почему потом куда-то вас занесло? Перепрыгнули, перескочили и, в общем-то, Блинницу досоставили. Нет, ищите. Ищите до конца, до последней буквы в слове. Вам нужно дойти именно змейкой. Никак иначе. Никак по-другому, учтите это. Потому что если каким-то другим путем вы пошли, нарушили правила, то и говорить уже не о чем, и победы вам не видать. Так что сосредоточьтесь. 12 500 рублей, как минимум, вы еще можете заработать. Сделайте работу над ошибками, исправляйтесь. Где-то споткнувшись, не засиживайтесь, идите дальше, но змейкой. Исправляйтесь. Даже в эфире, назвав неподходящую, непобедную версию, вы можете стать победителем, исправившись и вновь ворваться в эфир с другим вариантом, просто с победным уже. Вот я жду, что вы ворветесь сейчас в эфир с победным вариантом ответа. Так, вверх-вниз, влево-вправо, от буквы к букве. Я жду, что вы дойдете до самого конца таким образом. 12 500 рублей я предлагаю именно вам. Я не сомневаюсь, что вы можете справиться с этой головоломкой. Итак, поверьте в себя. Никого и ничего не ждите. Вы сможете разобраться с этим заданием. Просто присмотритесь к этим буквам, к этим клеточкам. Разберитесь с этой головоломкой. Дерзайте. Ваша победа в ваших руках. Не отказывайтесь от этой возможности потрясающей. Сейчас вы можете зарабатывать, опять же, не выходя из собственного дома. Берите пример с двух героев, которые у меня уже есть. С двух героинь. Я надеюсь, что сейчас вы составите им компанию. Станьте моим третьим победителем, но и это не должно стать для вас заключительным действом. Вы можете побеждать еще. Главное торопиться, пока время позволяет, но, правда, его уже не так много. Большая часть программы уже позади, это надо осознавать, это надо понимать, и как-то вот в этих реалиях надо действовать соответственно. Ну что ж, действуйте. 12 500 рублей, заработайте. У вас все получится. Пробуйте еще. От буквы к букве. Вверх, вниз, влево, вправо. Шаг за шагом. Перемещайтесь из клеточки в клеточку. Поверьте в себя. Вы в эфире. Что у вас получилось? Здравствуйте. Классика. Классика. Мои слова классикой можно назвать точно.
они уже десятилетия нам знакомы и актуальности своей не теряют, но опять же в определенном возрасте, всему свое время, как говорится. Но вот само слово «классика» здесь отсутствует. Составили. Вижу буквы, которые использовали, вижу, что они рядом, вижу, что составить можно, но уж простите, тут 30 букв, тут практически все, что угодно можно составить. Но мне не нужно что угодно. Мне нужны вполне конкретные слова, которые тут есть, которые тут имеются, и я очень хочу, чтобы вы их поскорее увидели. Так что смотрите повнимательней и сумейте увидеть хотя бы одно из них. Есть что-то, есть кто-то. Но вот в данном контексте вырисовывается целая картина, целая история, всем известная, кстати, история. Эти слова друг с другом связаны, но и по отдельности мы тоже их вполне можем воспринимать. Какое слово отыскали вы? Здравствуйте, это алкоголь. Нет. Так, я не знаю, что вам ответить на этот вариант. С детства... Ну, мы в детстве знаем, что это такое, но... Но вот детей с этими словами знакомят. И это не является чем-то нездоровым, чем-то ненормальным. Наоборот, как раз таки. Так что ваша версия совсем-совсем не, та, не того характера, да и метод получения ее тоже не подходящий. Нужно читать, перемещаясь от буквы к букве по принципу змейка. В соседнюю клеточку, как будто бы вот через... стеночку, хотя она тут и прозрачная, но все-таки есть. Вот через нее надо переступать, переходить, просочиться, если хотите. Именно к соседу. Вверх, вниз, влево или вправо. Вот так надо поступать. Я надеюсь, что сейчас вы дойдете до конца. Сейчас у вас все получится. Так, 12 500 рублей. Я предлагаю вам. Я не сомневаюсь, что вы можете справиться с этой головоломкой, но надо еще немного постараться, надо еще попробовать. Пробуйте. Вверх-вниз, влево-вправо, от буквы к букве. Поверьте в себя. Ваша победа в ваших руках, но вот сейчас, когда это молчание повисает в эфире, мне кажется, что вы от победы отказались, руки опустили, нельзя опускать. Надо продолжать стараться, старайтесь. Рассказывайте мне, что у вас получается, какое слово вы прочитали. Если никакого, то выберите новые буквы в качестве первой и попробуйте прочитать. Потому что ничего не делая, ни к чему не придете. Мне бы хотелось, чтобы вы пришли к победному варианту и поскорей. 12 500 рублей я готова вам вручить. Я жду, что вы заработаете эти деньги. Я надеюсь, что сейчас вы это сделаете. Но так пора уже это сделать. Пора уже блеснуть своими знаниями, показать, что вы самый внимательный человек, потому что невнимательный вообще тут ничего не увидит. Ну вот, покажите это. Сейчас ворвитесь в эфир, скорей. Программа же не будет длиться бесконечно, я вам об этом говорила. И то, что большая часть программы позади, я говорила, этот факт не изменился, у нас только меньше-меньше еще времени стало до конца программы. Но успейте стать моим победителем, успейте стать моим героем. 12 500 рублей заработайте. Заработайте прямо сейчас эти деньги. Вы на это способны, вы это можете сделать. Делайте. Вверх-вниз, влево-вправо перемещаясь, от буквы к букве, перешагивая из клеточки в клеточку. Я жду, что сейчас вы это сделаете. Сделать это пора. Будьте внимательны. 0948. Дорога в эфир с территории Российской Федерации. 09-0001 из Армении. Плюс 8-821-610-1299 из любой другой страны. Что вы нашли, скажите мне. Здравствуйте, девушка. Слово намерение. Не намерение. Я надеюсь, что намерение стать победителем у вас весьма серьезно, и вы не откажетесь от него после этой ошибки. Но... тому, кто сейчас найдет и назовет мне любое одно из трех слов, я вручу 14 000 рублей. 14 тысяч рублей за одно слово. За два слова еще на 1000 больше. За три слова на 2000 рублей больше. Но вам нужно поторопиться. Поторапливайтесь. Я предлагаю большие деньги, серьезный заработок. Но мне нужна должная ответная реакция. Ваше молчание или ваши составленные слова таковой не являются. Мне нужно победное слово, которое сейчас вы, может быть, вот только что увидели и назовете.
верю, что назовете. Так называйте поскорей. Вверх, вниз, влево, вправо. От буквы к букве. Перемещайтесь, старайтесь. Доберитесь до конца, поверьте в себя. Покажите, что вы можете справиться с этой головоломкой. Да, она сложна, я не спорю с этим. Но о четвертом задании говорить мы, наверное, уже не будем, но скажу вам, оно было бы еще сложнее. Но его уже не будет. Здесь хотя бы на треть разобраться. Хотя пока еще и дважды, и трижды вы успеваете стать здесь победителем, но будьте активней, старайтесь лучше. Я жду вас с победным вариантом ответа. С любым из трех. И уж хотя бы одно слово. Я верю, что кто-то нашел. Я верю, что кто-то отыскал. Вот я хочу услышать это слово от вас сейчас же. 14 тысяч рублей я готова вам вручить. Я жду, что вы станете их владельцем. А может быть, две версии назовете и на 1000 рублей еще больше заработаете. За два слова на 1000 рублей больше. За три слова на 2000 рублей больше. Но если вы не назовете ни одного слова, если вы продолжите молчать, то вы ничего не заработаете. Это тоже я вам могу сказать гарантированно. Таковы правила. И нарушать их мы не должны. Так, соберитесь. И все-таки расскажите мне, что же у вас тут получилось. Какое слово вы увидели? Я жду вас. Я жду вашего победного звонка. Я уверена, что вы сумеете разобраться с этой головоломкой. Так поверьте в себя. Покажите себя победителем. Ни в коем случае не нужно молчать. 14 тысяч рублей вам нужно заработать сейчас же. Поторопитесь. Вверх, вниз, влево, вправо. От буквы к букве. Неужели до сих пор никто не дошел до конца слова, а все только на полпути останавливаетесь? Значит, не то получается, не то слово. Выбирайте другую букву в качестве первой, но попробуйте еще. Попытайтесь. Вы можете, я уверена в этом. Вы можете разобраться с этой головоломкой. Так мне бы хотелось, чтобы поскорее вы это сделали. 14 тысяч рублей за одно слово. Любое из трех, и мне удивительно, что до сих пор оно не звучит. Ни первое, ни второе, ни третье. Так где же мой герой? Третий герой в сегодняшнем шоу. Кто с этим заданием хотя бы на треть разобраться сумел? Или такого человека просто-напросто нет, и я зря надеюсь на что-то? Мне бы не хотелось, чтобы было так. Мне бы хотелось сейчас услышать профессионала, услышать того, кто справился с заданием, того, кто прочитал победный вариант. Пусть один, ну и что? Это 14 тысяч рублей заработка. И отказываться от этого заработка просто глупо. Так называйте слово 0948, набрав со своего мобильного, если вы сейчас в России, если в Армении 09 0001, если где-то в другой стране плюс 8 821 610 12 99. Здравствуйте, вы в эфире, что у вас получилось? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Монатки. Монатки. Кстати, о них. Нам их уже пора собирать. Программа ведь заканчивается. Шутки шутками, но это серьезно. Программа заканчивается. А вы монатки собрали по кусочкам, по буковкам. А я просила слово найти полностью, от начала до конца. Внимательней к этому заданию, внимательней. Три слова есть? Ни одного из них никто не видит. Я не верю в это, не верю. 14 тысяч рублей. Может быть, вам 14 не нравится? А 15 с половиной нравится? Я их уже предложила. 15 с половиной тысяч рублей за одно слово, за два слова на 1000 больше, за три слова на 2000 рублей больше. И пора уже вам что-то из этого заработать. Пора хотя бы одно слово назвать. Я жду. Программа заканчивается. И вам сейчас действительно надо спохватиться. Вам сейчас нужно ворваться в эфир и показать, на что вы способны. Так, покажите, на что вы способны. Заявите о себе как о победителе. Не надо молчать. Сейчас нельзя бездействовать. Сейчас нужно ставить точку в задании. Сейчас уже нужно прощаться с этой головоломкой, а я все жду, что кто-то здесь себя проявит.
15 500 рублей за одно слово. И уже пора хотя бы одно из них назвать. За два на 1000 больше, за три на 2000 рублей больше. Ну так вы готовы стать владельцем как минимум 15 500 рублей? Если готовы, становитесь. Я жду вас. Я жду вашего победного звонка. Я уверена, что все у вас обязательно получится. Так пусть получится побыстрее. Молчание сейчас вам точно не поможет. Молчание вас богаче сейчас точно не сделает. Так что хватит молчать, пора уже расставлять все точки над «и». Будет у меня третий победитель или нет? Решать вам и решать прямо сейчас. Программа заканчивается, времени мало, а мне бы хотелось еще кого-то поздравить. Здравствуйте, что у вас получилось? Получается слово «бантик». Да не получается! Бантик. Получается. Только букв в нем мало. Вот не получается победитель из 6-буквенного бантика. 7, 9, либо 10 букв. Все равно не получается. Я же знаю, о каких словах я говорю. Ваша версия хорошая, хорошо прочитанная, но слишком коротка. Ваш вариант, алло? Алло, это слово «аксессуар». Нет, вот бантик вас сбил. Не об аксессуарах тут идет речь. Тут есть кто-то, тут есть что-то. Все это родом из детства или из юности. И что-то, что вам хорошо известно, о чем вам было интересно читать или смотреть, или слушать, в общем, получать об этом информацию было очень интересно. Что это такое? Что или кто? Тут есть и то, и другое, я не ограничиваю вас. Но хотя бы одно слово назовите уже. 15 500 рублей. Я готова вручить вам. 15 500 рублей. За два слова на 1000 больше. За три слова на 2000 рублей больше. Так, кто-нибудь готов стать владельцем хотя бы 15 500 рублей? Решитесь. Решите сейчас поставить точку в этой головоломке. Заявите о себе. Не молчите, молчание здесь совершенно неподходящее, неподходящий метод. Вы в эфире, что у вас получилось? Здравствуйте, а вот победное слово — это слово «бергамот». Нет. Родом из детства? Оно было интересно? Какой бергамот? Надергали. Нет, начало есть, шаг. Два. Мало этого. 7, 9, либо 10 букв надо пройти. Соответственно, столько клеточек надо прошагать. Вы 3 клеточки прошли и остановились. Потом диагонали, потом прыжки, все. Мало начала, мало одного слога. Все слово нужно найти, все слово нужно прочитать. Что-то вами не читается. Я уже прощаться с вами должна. Программа-то фактически закончилась. Какие-то мгновения остались, и я готова вам их отдать, но я не знаю, будете ли вы их использовать по назначению, но я надеюсь. Я надеюсь, что будете. 15 500 рублей я готова вам вручить. И я жду, что вы станете владельцем этой суммы. Я надеюсь на это. Вверх, вниз, влево, вправо, от буквы к букве. Ну что ж, врывайтесь в эфир, становитесь сейчас богаче, заявляйте о себе. Поймите, молчание совершенно неуместно. Молчать нельзя. Да, вы в эфире, что у вас получилось? Алло. Алло. Кажется, у вас это инициатива. Инициатива составлена. Составлена, вы опять надергали, прыгнули. Да, вот буквы есть, но тут 30 букв. Тут составить можно практически любое слово, но не нужно это делать. Это напрасные действия, напрасный труд, неоплачиваемый. А я хочу, чтобы вы постарались, потрудились и 15 500 рублей заработали. Так, зарабатывайте. Зарабатывайте скорей. Поймите, программа не будет длиться вечно. Неужели вы не понимаете, что она уже сейчас заканчивается? Последние мгновения. И чего вы ждете?
я не понимаю. Как будто бы вы отказываетесь, отворачиваетесь от этой победы. А нельзя так поступать с такой возможностью, с таким предложением. Хотя бы одно слово найти точно кто-то сумел, должен был. Я надеюсь, что сейчас назовет. Называйте побыстрее. Пока еще вы можете набрать этот номер 0948 из России, 09070-01 из Армении и плюс 8-821-610-12-99 из любой другой страны. Пока вы еще успеваете и номер набрать, и слово назвать. Но стоит подождать еще немного, и вы не успеете уже ничего. 15 500 рублей. Я готова вам вручить. Пока еще готова, пока еще могу это сделать. За одно слово. За 2 на 1000 больше, за 3 на 2000 рублей больше. Так вы готовы стать владельцем хотя бы 15 500 рублей? Я жду вас. Я жду вашего победного звонка. Я надеюсь, что сейчас он прозвучит. Так, а чего же вы ждете? Почему вы отказываетесь от этой возможности потрясающей? 15 500 рублей. И вам пора уже сделать их своими. Хотя бы эту сумму. Это замечательное предложение. Это огромный заработок. Но если эта тишина продлится еще вот эти пару мгновений, то уже этот заработок не достанется никому. Мне придется аннулировать и сумму, и задание. Три слова, которые знакомы с детства, и удивительно, что никто до сих пор их не назвал. Удивительно. Должны были и найти, и назвать. И в моих планах должны были и с четвертым заданием справиться. Но планы планами, а вот реальность такова, что с этой головоломкой разобраться не удалось. Пока. А с четвертым заданием мы даже уже и не познакомимся. Так, быть может, здесь все-таки хотя бы одно слово вы найдете. Может быть, хотя бы одно слово вы увидите. 15 500 рублей за победный вариант. Я жду вас. Я жду вас с победным вариантом, хотя бы с одним. И это ожидание уже затянулось. Вам нужно ставить здесь точку. Однозначно. Вам, не мне, потому что я аннулирую задание, я ничего больше сделать не смогу. А вы можете стать третьим победителем, вы можете решить судьбу программы. Причем в лучшую сторону-то ее решить. Ну так сделайте это. Сделайте это прямо сейчас. Врывайтесь в эфир, становитесь героем. Становитесь богаче на 15 500 рублей. Вы в эфире, что у вас получилось? Девушка, у вас здесь слово «русалка». Есть такое слово, это одно из трех «русалка». Победный вариант нашли. Поздравляю вас, как вас зовут? Тарас. Откуда вы? Из Брянска. Вам отправляются 15 500 рублей. У меня три победителя. Я рада этому факту, действительно рада. Вам сейчас перезвонят операторы победители. Напоминаю вам об этом, так что приготовьтесь. Со всеми остальными я прощаюсь. Желаю хорошо провести воскресенье и легкой рабочей недели вам впереди. До свидания.